Перед стартом традиционное построение. В спартакиаде участвуют 8 школ, а также дворовые команды микрорайонов Площадка, Кирзавод и Солнечный. В судейском составе представитель каждой сборной. Спартакиада стартовала одновременно на нескольких площадках. Школьники играют в футбол, пионербол, подтягиваются на турниках, бросают мяч в корзину, соревнуются в армрестлинге и не только. Все дети развиваются, соревнуются. Кому-то может это понравиться, и они дальше будут в этом развиваться. Тебе лично какие виды спорта? Мне больше на турниках, акробатика, что-то типа такого. Сколько раз подтягиваешься? 25. В этом году победители как в командном, так и в личном первенстве получат денежные призы от депутата Народного Хурала. Лет 10 назад я начал, 12 назад проводить спартакиады в школе номер 41 в мае месяце и в школе номер 22 в сентябре, в начале сентября. Мы решили вместе с учителями физкультуры, с директорами школ проводить такие мероприятия, чтобы увеличивать количество детей, занимающихся спортом. Всем понравилось, каждым годом количество детей увеличивается. Отметим, спартакиада школьников впервые проходит на новом стадионе 38-й школы. Построили его за 5 месяцев. Футбольное поле, покрытое газоном, беговые дорожки и трибуны обошлись в 8 миллионов рублей. Инна Саданукова, Вячеслав Батоев, новости дня.